акционизм или акция – это форма современного искусства. По сути, акция такой, какую мы знаем ее сегодня, стала лишь во второй половине прошлого столетия в Европе. До этого она успела видоизмениться и послужить основой для множества других видов искусства. В акции, в отличие от традиционных направлений, на передний план выходит действие. Оно может быть театрализированным, сюжетным и продуманным, либо может быть совершенно спонтанной импровизацией. Фундамент акционизма заложили дадаисты и позже поддержали сюрреалисты. Эти ребята были известными исследователями новых форм воплощения и выражения замысла художника. Так из этого начинания выросла живопись действия, когда мы видим парня, брызгающего краской на холст. Здесь полотно становится результатом акции, то есть фактически искусством является процесс создания работы, импульсивный, подсознательный, а картина уже вторичный итог. Параллельно с этим развивается хэппининг, перформанс и прочие направления искусства действия. Все они похожи тем, что вовлекают в процесс зрителя. Пассивно или агрессивно он принимает участие в создании предмета искусства. Однако акционизм стал развиваться обособленно. В Европе он оброс политическим контекстом, и сейчас едва ли акция может состояться, не имея социального контекста. Так, акция может быть запланированной, но начаться без ведома зрителей и участников процесса. Яркой страницей направления можно считать венский акционизм. Это само по себе радикальное и провокационное движение. Адептами были австрийские художники 60-х годов 20 века. В своих акциях участники обращались к самобичеванию, жертвенным животным и прочим сюжетам ужасным для случайных очевидцев. Однако все эти работы были реакцией на социальное угнетение, процветающее в стране. Позже акционизм продолжил свое развитие повсеместно, но уже не смог избавиться от политического контекста. Называя отечественных представителей жанра, нельзя обойти стороной нашумевших Пусси Райот и Петра Павленского, хотя кроме них ряд акционистов в нашей стране, как и во всем мире, весьма внушительный. Акционизм окончен.